Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня мы снова играем в игру Вы, нажима... Вы нажмете кнопка и в прошлой серии я должен был прочитать приложение под предложение от свои предложения от подписчика но забыл это сделать, поэтому делаю это сейчас. Кстати говоря, вы, вы тоже. Предлагаю, кстати, вам тоже придумать свои предложения, вот подобные, как, как вот в этой игре, блин. Ну, как рассуждалки, не знаю, как назвать. Но, но если вы хотите, то убедительное просьба. Пишите их под, под последним на данный момент выпуском. Чтобы я не искал их, потом не сидел. Так будет легче для всех для нас. Итак, Андрей Матросов прислал мне несколько предложений. Давайте их осмотрим с самого начала. Ты можешь получать плохие оценки в школе без страха, что тебя могут за них наказать. Но ты должен убираться в классе после уроков каждую неделю. Ну, не знаю, как, как по мне, убираться в классе после уроков каждую неделю, это уже считай наказание. У, уж лучше вообще стараться не, не получать эти оценки в школе. Так что, так что тут я отказываюсь, нет. Второе. Ты можешь телепортироваться куда угодно, просто щелкнув пальцем. Но каждый раз, когда ты телепортируешься, твоя жизнь сокращается на 30%. Ну, в каком, в каком смысле она сокращается на 30%? процентов по времени, что ли? Ну, 30% -то это вообще-то немало. Я, наверное, тоже, пожалуй, откажусь. И тем более, вот, это 30%. То есть я щелкну один раз, минус 30%. Еще раз, уже минус 60%. И в итоге... Будет достаточно четырех телепортации, чтобы все. Гейм овер, ты сдох. Нет, конечно, нет. Ты можешь попасть во вселенную своего любимого мультсериала и жить там. Неплохое предложение. Еще главное, еще если ты там выбираешь какие... какой-то герой, и какую роль там играешь. Если так. Но ты можешь побыть там всего 5 дней. Неплохо, почему бы нет? Пять дней, 5 дней это уже это уже хотя бы хорошо. Что дают? Хоть на пять дней такая возможность дается, да, конечно я согласен. Хотя, хотя жаль, нельзя продлить, но тем не менее все равно это могло быть полезно, да. Так, четвертое. Твоя любимая передача, которую ты смотрел в детстве, наконец возвращается в эфир. Например, программа «Такси» на ТНТ такая была, телевикторина с Алексеем Куличковым. Да, вот бы она вернулась в эфир. Но ты можешь смотреть ее только с 12.50 до 15.30. Это имеется в виду, она по телеку так будет идти? Или вообще, в, в, неважно в каком ресурсе, я могу только в это время, в этот период времени делать? Если речь о новых выпусках идет, то я согласен, почему бы нет. Хотя на самом деле. Мы, кстати, до сих пор. Традиция у нас такая есть. В деревне я с бабушкой с дедушкой свои каждый ужин, короче, скачиваю какой-нибудь выпуск программы Такси, старый, естественно, или там своя игра, например, смотрим. И мы, естественно, по вечерам это делаем. Так что такой период времени не подходит нам. Но... Если. Ну, короче, тут странный. Тут, короче, дуальный немного вопрос. Если речь идет о новых выпусках только вот это вот то согласен если о всех вообще то нет и и наконец пятое приложение ты создаешь самую лучшую игру которая собирает хорошие оценки критиков игроков а также становится самой продаваемой но ты в созданной игре являешься полным ну 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 а а что в этом такого я же это зато какие бабки хорошие приноситься будут и какая слава тебе будет тоже потом. Конечно я согласен, да. Так это все предложения, которые он написал. Пи можете, если хотите, можете под этим выпуском именно под этим выпуском писать свои предложения, и я в следующем выпуске постараюсь на них ответить. Ну а теперь давайте перейдем к предложениям, которые у нас, собственно говоря, здесь будут. Так вы можете входить и выходить из виртуальных видеоигр и киномиров по своему желанию. А также совершать безчисленные веселые приключения. Смерть в этих мирах не будет иметь никаких последствий. Но вы вынуждены проводить хотя бы одну неделю в месяц в видеоигре или в фильме, который абсолютно ненавидите. Или не мо... И вы не можете. И нет, вы не можете убить персонажей в этих мирах. По сути, это похоже на период, я бы пережил. Тут самый популярный коммент. Что-то не все пере... не, не все что переводит он, блин. Ну, тут тоже, конечно, спорно. Хотя я бы не хотел, если честно, проводить целую неделю в какой-нибудь какой игре, которую я ненавижу. Уж точно я бы не хотел бы этот, попасть, в, попасть в мир скипди туалетов, например. Дичи, дичи этого года. Они как-нибудь, кстати, наверное, поговорим. Мне есть что сказать и пор поругать. Но я, наверное, не согласен. Лучше пойдусь. Хотя, на самом деле, вот это вот предложение, оно само собой обалденное. Но вот это что-то сильно отклоняется сразу. Я, рис... я чего-то не хочу. Хотя, понятное дело, что и так этого не произойдет, это просто предложение так. Вы мгновенно можете телепортироваться на любую планету или Луну. А нафига мне это нужно? И обратно в Солнечную систему, и за пределами без какого-либо специального костюма или оборудования вы дышите нормально. Но вы никогда не сможете никому об этом рассказать, иначе вы потеряете способность... И однажды случайно окажетесь в случайном мире и застрянете там, пока не умрете от кислородного голодания. Нет, не, не согласен, потому что мне, мне, в принципе, мне, в принципе, и не надо ни на какую другую планету и Луну. Неч, нечего там делать мне. А, мне там делать нечего. Вы остановите общенациональное здравоохранение. Но правительство закроется, в результате чего тысячи людей останутся без крова. национальное здравоохранение неплохая идея, так как американское правительство применяет эту концепцию ужасно. Действительно, я, кстати, тоже не, не понял, а где, а где здесь преимущество вообще? Мы останавливаем общенациональное здравоохранение. Разве в этом есть что-то хорошее? Я думаю, что нет, я не согласен. Вот, и целых 78 процентов людей со мной согласны. Вы оживите всех динозавров. Но динозавры будут забираться на вершину пищевой пирамиды. Пошли в жопу, динозавры нам нахрен не нужны. Ну зачем? Ну нет, ну серьезно, зачем они? Просто зачем они нам нужны? Они же опасность представляют только для людей будут. Нафиг они нам нужны. Когда вы нажмете кнопку, мгновенно получите 1000 долларов, но вы будете слепыми и глухими в течение... Я ничего, то есть я не буду. Ничего, то есть я ничего не буду видеть и слышать. Нет. Три года это слишком много, я не смогу. У вас больше нет школы и нет правил, но вы. Нет, 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 нет. Тем более, зачем мне это надо? Я уже давно закончил школу. И, кстати, и в следующем году, кстати, уже закончу колледж. Так что, короче, следующее. Вы можете вернуться в прошлое в любой момент своей жизни, но вы можете запомнить только одну короткую фразу, также текущая версия себя перестанет существовать. А что тут имеется в виду под текущей версией себя? То есть, это как получается, я... Какая, что такое текущая версия себя перестанет существовать? То есть я отправлюсь в прошлое, и не смогу в будущее вернуться. Я там не буду существовать в этом будущем, что ли, или что? Непонятный какой-то вопрос, если честно. Прочитайте это, ответьте это на любом, кто тебе говорит эту странную вещь о девушке. Я красивая или нет, не читай это, иначе тебе не повезет. Потому что это фальшивка ради всех людей, которые копируют и вставляют комментарии и обманывают. Это о чем он вообще говорит? Лотерейные номера... Жизнь это странный статус. Ну, какая-то, короче... Да, давайте без этого обойдемся. Что-то какой-то странный вопрос. А, ну, правильно сделал. 66% согласны. Жаль, нет. Вам нужно поспать всего час, чтобы полностью отдохнуть. Но ваши носки всегда будут слегка влажными. Нет. Нет. Мне сна и так хватает вполне. Кто бы это ни написал, надеюсь, твои подушки теплые с обеих сторон. Ты осел. А... Мокрых носков мне не надо. Вы можете влиять на исход случайных событий. Но это всегда приведет... Но это всегда к худшему для вас, прямо или косвенно. Вы не можете обмануть свой выход из этого. Тогда смысла нет. А действительно, ну действительно, они как... Ну действительно. Во-первых, в этом нет никакого смысла. А во-вторых, вообще какая связь между Влиянием на исход случайных событий. И, и вы не можете обмануть свой выход из этого. Короче, это бессмысленный вопрос. Я отказываюсь и правильно сделал. Вы получаете возможность телепортироваться в любую точку мира мгновенно и безошибочно. Но каждый раз, когда вы используете энергию, продолжительность вашей жизни снижается на 70 дней. Похожий вопрос мне Андрей этот матросов присылал. Я не согласился и здесь не соглашусь. Хотя, если честно, можно было и нажать на самом деле. Потому что, потому что во-первых, никогда не знаешь, сколько ты дней проживешь. Какого фига? Они мне говорят, что моя продолжительность жизни снизится на 7 дней. Они что, знают, сколько я дней и лет проживу, что ли? Никогда не, никогда не знаешь, когда кончится жизнь. Так что на, можно было и нажать на самом деле. Ну, а ну нажал, не нажал, так не нажал. Взрослая жизнь становится простой, но вечно считая самоубийство, возможно, возможно совершив это. Э, то есть, это что получается? Я чуть не совсем понимаю опять. Взрослая жизнь простая. Сидите на диване, смотрите телевизор, крича на жену, чтобы она принесла еще пиво. Все просто. Секунду. Что делать, если пульт находится рядом с телевизором? Вам придется Хрен знает, что. По какой причине я должен быть склонен к самоубийству, если я только что избавился от проблемы, которая обычно заставляет вас хотеть умереть, просто думая об этом. Это называется депрессией. Я никогда не думал о самоубийстве. И думать. И думать не буду. Поэтому нажму. Хотя, наверное, может и не надо было. Ну, на самом деле, вопрос так переведен, что я не совсем понял, если честно. Вы можете заняться с Ой, господи, сексом со Скарлетт Йохайсен. Вот, если честно, вот эти вот сексуальные вопросы раздражают, если честно. Бесят. Но вы должны сделать это снова, когда ей будет 80. Вообще, я вообще не знаю, кто это такая, поэтому я даже и обсуждать это не буду. И, и нафига мне 80 лет? Короче, еще раз это делать. Э, в течение следующих 100 лет в мире больше не будет нищеты, голода, несправедливости ни и неравенства. Но эффект начнется после того, как вы умрете. И есть 50% вероятность, что никто не узнает, что вы нажали кнопку. Ну и... Ну и... Ну и пофигу, зато не будет... Больше нищеты, голоса, несправедливости ни и неравенства. И. Если после моей смерти, вот то есть э, Действительно, мир станет лучше. Но главное, только не надо думать, что благодаря мне мир так плохо живет. Конечно, нет. А, тем более, никто об этом и не узнает, как тут пишут. Так что пофигу я. Я до 90 с чем-то лет даже доживу, а после меня зато все прекрасно в мире будет. Ну, надеюсь, что проживу. Но я надеюсь, что и до 100 доживу, конечно. Посмотрим. Хотя все может быть. Л лучше даже об этом на самом деле не говорить и не думать. Короче, что дальше? Вы будете жить хорошей и мирной жизнью, но человек, которого вы любите больше всего, не будет его частью. Ну, то есть получается... Вот как человек, человек, которого я люблю больше всего, ну мама, вот, например. Так что я, так что я не буду частью моей хорошей мирной жизни. А, это он самовлюбленный, значит, вот этот парень. Никогда не отказывайтесь от щенков. Ага. Шрайк это любовь, Шрайк это жизнь, блин. Ой, господи. Не знаю. Я не, я не знаю. Но как-то хорошая мирная жизнь это прекрасно, но, блин, я не могу расстаться с любимым человеком. Нет. Не могу ни в коем случае. У меня таких людей много в жизни. И что они тогда все станут не станут частью мирной жизни. Отказываюсь. Вы можете превратиться в оборотня по своему желанию. Но вы должны побрить свое тело, чтобы снова превратиться в человека. Нафига? Настоящие оборотни не бреются. Да, точно. Я не хочу становиться оборотнем. Нафига мне вообще это надо? Вот если бы в любое существо, в кого угодно, то пожалуйста. в оборотня не надо. Вы будете известны всем, что выберете Пи... а, письмо, пение и т.д. Но вам придется бросить всех его, знаете, пошли в жопу вообще обсуждать, я даже не буду. Так, что-то там что-то там, короче, написано было. Не интересно, да? Так, короче, вы можете легко заниматься сумасшедшим паркуром, бег по стенам, бэкфилпы передние сальты и т.д. где угодно и когда угодно. Вы также лучше в мире, у вас миллионы поклонников, вы очень богаты. Но до того дня, когда вы умрете, вы будете чувствовать, что в задней части горла застряло зерно попкорна, и вы не сможете это сделать, чтобы это исправить. До того дня, интересно, за сколько до того дня? За день или за или несколько месяцев? может ли это очень-очень крошечное зернышко попкорна? Ну, а, кстати, действительно, у нас тут мест, у нас в Менце тоже негде-то паркурить особо, так что, так что нафига не мне это надо, я обойдусь. И, и, чувствовать боль я тоже не, не, не собираюсь. Вылечить любого человека от любых болезней можно, но вы никогда не сможете влюбиться. Эх, какой сложный вопрос. Я бы пожертвовал своей потенциальной личной жизнью, чтобы помочь человечеству. Он никогда не говорил, что тебя нельзя полюбить. Так. Вы никогда не сможете влюбиться после этого. Ну, на старости лет, наверное, можно уже это сделать, а пока я не могу. Мне еще, может, укажить начинаю. У вас есть все кабельные каналы, но у FX больше нет фильмов. Я вообще не знаю, что такое FX, поэтому без комментариев. Ты живешь вечно, но каждый момент менее прекрасен. Потому что вы знаете, что он никогда не может быть вашим последним. Есть... Так, что тут? Я не вижу недостатков. Есть большой недостаток. А как насчет вашей семьи? Когда они умирают на ваших глазах, тогда они смотрят на вас и видят, что вы никогда не будете с ними ни в жизни, ни в смерти, вечно. Жить вечно означает наблюдать, как все, что вам нравится, умирает вокруг вас. А, если тут про это имеется в виду, то нет, отказываюсь. 50 на 50, блин. Что-то все вопросы сегодня про смерть. Видимо, так и нужно назвать выпуск. Мир во всем мире навсегда, но ты умираешь. У нас, похоже, вопрос сегодня был. Более 90% людей, которые нажали кнопку, лгут сами себе. Я гарантирую это. Наверное. Опять же, пожертвование собой, все дела. Может быть, на старости лет я бы согласился, но пока нет, я не готов, извините. Способность выживать в любых условиях. Экстремальные температуры, космос под водой. Но вы, может быть, можете быть только голыми. Нет, для... <с> для, человека это не подходит. Для человека это не подходит. Человек не может жить без одежды, потому что, ну как, ну как это... Он... Что люди о нем будут говорить? Его же арестуют, в конце концов, еще за это. Да, если... Ну, короче, если бы это если бы при того. Если бы Я не совсем понял. Тут получается Это вопрос, это способность появляется у нас только когда мы разденемся Или Или вообще на... Мы постоянно не можем Короче одежду носить Если просто Если мы разденемся То согласен А если А если мы обязаны все время вот так быть то не могу В принципе, вы можете носить одежду, потому что все еще одежда не прикреплена в вашей кошки. Но тут все равно не, это не имеется в виду. Короче, давайте откажемся от этого вопроса, потому что он не совсем понятен для меня. Вы можете стать волшебником Хогвартса. Убивают нас на второй год. Мне вообще. Вообще никогда не, не было мне. Гарри Поттер мне не был интересен, поэтому... Не буду ничего рассуждать. Неограниченный запас любимых хлопьев на всю оставшуюся жизнь. Но с ним нельзя пить молоко. О, если честно, я и так пью хлопья без молока. Ой, ем точнее. И вообще хлопья я толком-то не ем. Я ем всякие вот Несквики, Космостарс еще пока был ел. Несколько, кстати, тоже вроде сейчас уже нет в России. А космостас вообще давным давно исчез. И вот я их ел, и всегда я их ел без молока, поэтому я согласен. Я согласен, мне пойдет. Я, я, не, ем, я не ем их с молоком, что-то не хочу я. Мне и так, мне и без него хорошо с ним. Мы получаем мир во всем мире, но Китай и Африка уничтожаются. Жертвовать ради этого страны, странами целыми, не согласен я, нет и 58 гадов все-таки есть у нас. Вы выигрываете сказочный особняк, но его преследуют призраки, и приз... призраки держат в плену вашего брата и сестру вечно, что ли, конечно. О, экспозиция Луиджис Мэншин в двух предложениях. Есть игра такая. Луиджи, это брат Марио. Да, кстати, я тоже, когда стал читать, я тоже что-то вспомнил про это нафига, короче, никаких призраков и брать и сестру в плену мне не надо. Тут не написано, родных и не родных, родных у меня нету, братьев или сестер, но есть, два двоюродных брата и, и очень много троюродных братьев и сестер. Если о них тоже речь в данном случае учитывается, то я абсолютно не согласен ни в коем случае, не, нельзя это. Вы можете изменить... Ой, господи. Изменить свой пол в любое время. Я... Это про трансгендеров. Поддерживает Байден, поддерживает Америка. Некоторые, некоторые другие страны, может, там тоже. А Максимация всегда был и против, и будет против этого. Нет, конечно, нет. Трансгендерство не поддерживаем. Ой, извините. Даже <Sustainable> Вы можете при... Ой, я... <âtella> <respond> что это было сейчас? Вы можете познакомиться с любым ютубером, который заходите, но вы должны надеть костюм гури, когда встретите их. Да вы что, охренели, что ли? Зачем мне костюм... Какое-то странное условие, зачем оно мне нужно? Я... Ну, то есть... Играем в, спект... в спектакль, а я играю курицу. Но в принципе, тем не менее, все равно возможности у нас в таком случае появляются, пусть пусть будет. Познакомиться с, с Куплиновым, блин, например. Вы получаете... Короче, пропускаем этот вопрос, вообще обсуждать это даже не будем. Вообще, кто этот вопрос придумал? И я на всякий случай напомню, здесь, в этой игре, любой желающий может предложить свои вопросы, поэтому не удивляйтесь таким вопросам. Вы получите невидимость по желанию, но только для того, чтобы. Одно... Однополых. Опять же, отказываюсь обсуждать этот вопрос. Вы можете имитировать любой звук, голос или музыку, используя только голосовые связки. Но вы можете носить только пару боксерских трусов и, и чепчик до конца своей жизни. Клянусь своим красивым цветочным чепчиком, я покончу с тобой. <связывая> да, короче, нет. Нет, ни в коем случае. Вы можете получить бесконечные знания в любой желаемой области, но вы никогда не сможете говорить ни о чем связанном с тем. А какой тогда об этом смысл? Хотя можно просто написать об этом. Тогда да. Тогда можно согласиться. Давайте нажмем. Давайте еще парочку вопросов и закончим на этом. Вы можете говорить на всех языках на Земле, но вы страдаете от легкого, но постоянного заикания. Ну хотя бы, тем не менее, все равно появляется возможность общаться с иностранцами. Так что я согласен, конечно. Почему бы нет? Они все равно же поймут меня, я думаю. Вы получите идеальное тело и внешний вид, который хотите, но вы должны есть что-то гадкое каждый день. Ну, если гадкое, то хотя бы вкусное, например, там чипсы, кириешки всякие. Это же гадким родаки наши называют. Всяким-то. Так что я, если тут это имеют в виду, то я согласен. А если тут имеется в виду именно что-то противное на вкус что-то что отвратительное на, на вкус, то тогда не согласен. Просто съедайте одну песчинку. Мне наплевать на свою внешность. Кроме того, я очень разборчив. Видишь, какой супер разборчивый парень у нас, а? Два дизлайка. Ну, короче, скорее всего, судя по комментам, тут имеется в виду что-то противное на каждый день есть. Короче, я не согласен, хотя с другой стороны, это как знаешь, э, знаете, пить делаешь себе идеальное тело и внешний вид, который хочу, но при этом мы как будто лекарство для, для этого едим специальное. Я не, я не знаю, что такое игил, поэтому пропустим этот вопрос. Давайте последний вопрос на сегодня. Вы можете создать или разрушить что угодно. Но создавая что-то, вы медленно обретаете здравомыслие, читаете следующее, а разрушение медленно истощает ваши здравомыслие до такой степени, что разрушает все. Так, пока, комменты надо читать. Я не думаю, что вы сделали это правильно. Если вы создадите и разрушите в равных частях, вы останетесь прежними. По сути, у вас есть алхимия. Это чертовски гениально. Э, чем больше вы разрушаете, тем более безумным и разрушительным вы становитесь, уменьшая вероятность создания чего-либо нового. Э, Следовательно, искупление себя до такой степени, что вы... Короче, понятно. Вообще, эта способность, это не то, что я хочу в этом мире, абсолютно. вот, вот разрушение, если речь идет о разрушении, то оно мне не нужно. А вот что-то создавая, и медленно мы обретаем здравомыслие, то это подходит. Короче, вопрос дуальный, можно, можно что да, а что нет. И давайте нажмем да. Предлагаю закончить на этом еще раз. Напоминаю, можете в комментариях под этим выпуском предложить свои собственные предложения. Но, пожалуйста, в пределах разумного на сегодня все. С вас подписываться с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримерский канал, влоговый канал, свой в ВКонтакте. И всем пока!